Привет! Сейчас я расскажу, как подготовить карандаш для того, чтобы мы смогли начать заниматься упражнениями для правой руки и постановкой правой руки. Мы берем карандаш и мы берем две вот такие резиночки. Мы наматываем одну резиночку с одной стороны. Вот такая. У меня еще раз получилось. Продвигаем ее. Эта резиночка должна помещаться между первым и вторым пальцем. Эта резинка будет нам гарантировать здесь воздух. И берем вторую резиночку. Вторая резиночка. Мы ее закрепляем здесь, с другой стороны, с другого края. Вот так, она не должна очень плотно, чтобы мы могли ее сюда немножко подвинуть. Мы ее двигаем к той резиночке. Между двумя резинками должны свободно помещаться два пальца. Немножко даже может быть расстояние между ними. Вот так. И завершающий этап. Мы вот в этой резиночке раздвигаем немножко края, вот они такие получаются. Ну, так, можно всегда найти место, где вот оно вот таким образом раздвигается. И туда мы будем ставить мизинец. И вот так мы будем учиться нашей постановке. Это значительно облегчит процесс и сделает его более приятным. И для тех, кто, в принципе, уже начал заниматься, даже, может быть, перешел к смычку, но хочет еще немного поработать над постановкой, эти приспособления, они помогут. Так что готовим карандаши и приступаем к постановке правой руки. Пока!